Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Enlist. Да, продолжаем играть в Enlist. Мы с тобой сегодня сходим куда? В Сталинград пойдем? Томпсон выкачивать. Томпсон выкачивать. Как это все нудно, как это все долго, ребята. Я даже не знаю. Я даже в Тихий океан вообще, сбитый Тихий океан вообще заходить неохота. Там опять дисбаланс полнейший. Вот. Пойдем Пойдем в Москву. В стандартную Москву, ребят. Сходим, посмотрим, что там. Возможно, там ничего нету. Возможно, там что-то есть. Вот. Мне даже аккаунт не хватает активировать на один день. Печаль. Печаль, беда, ребята. Хотелось бы, но нет. Что у нас по компании? 24 уровень, да? Но когда имбовое оружие? Где у меня имбовое оружие? АВС-36 говно. С отдачей гигантской, да, сколько там отдачи? 103 вертикальная отдача, 103. Хотя мне говорили, ты чё докачаешься до АВС-36, это имба. У него отдача вертикальная 103, там сколько мы сейчас смотрели, 103. Ребята, вы знаете, что такое вертикальная отдача? Это сверху вниз. 103. Это пиздец. Зато ты чё, меня там уверяли, ты чё, ты докачаешься? Ты потом будешь всех там на нем нагибать. Да-да-да. Я сходил в этом, как его. На полигоне пострелял из него. Ага, имба. Охрененная, ребят, имба. Такая имба, что у меня аж это чуть скулу не свело. Вызываю огонь артиллерии. Понял, подтверждаю огонь. Строй. Спасибо. У меня чуть скулу не свело. Ой, там задроты. Там читаки, кстати, ребят. Да, скирали там. Там скирали задроты. Ой. Я хочу, чтобы меня кидал в бои к таким же нубам, как и я. Это как это, блядь? Яйцо ебаное меня. А, это не яйцо, это Эдги какой-то. Какой-то Эдги, я думал, меня яйцо убило. Это не яйцо, ребят. Это просто хуй какой-то. Выгибайся, выгибайся. Чё, да выгибался? Да выгибался. Скирали стреляет? Да. А кирали ему еще делать? Как не скирали стрелять? О, с МКБ что ли пошел? О, снайперская МКБ. Это мы в той серии про это с тобой говорили. Про снайперские вот эти вот МКБ. Про снайперские. Всякое говно немецкое. А, у советов ничего снайперского нет. Кто скажет, ППШ. ППШ же есть. Да, видите, какой охуенный ППШ. О, под стволы пошли. Мацен берем. Охуенный ствол. Ты что, не лечишься? Лежит, не лечится. Товарищи разработчики. Я понимаю, что вы не смотрите мои видео, они нихуя никому не интересны. Но у меня, блядь, вопрос. Когда вы, блядь, сделаете так, чтобы... Когда вы так сделаете, чтобы тупые боты начали сами перевязываться? Наши захватывают точку. Сами начали перевязываться и сами начали... Пойдем отсюда. Сами начали перевязываться и сами начали перезаряжать оружие, когда там остается 2-3 патрона. Из 50. А то они не перевязываются. Ничего. Они ничего не делают. Они даже перезарядиться, блядь, не могут нормально. Я не прошу, чтобы, конечно, они перевязывались после каждого пульки.
Извините, когда в обойме остается или в магазине, да, там остается меньше 50% патронов, они как бы должны бы... Они должны бы перевязываться и перезаряжаться. Особенно, когда хп меньше 50, сразу перевязочка. Ох, как я давно не играл, ребят. Блять, кто там прожаривает? Уберите нахуй из игры эти огнеметы ебаные. Нахуй они здесь нужны? Огнеметчики сраные, блять. Блять, окна так и не поправили. Когда поправят, непонятно. И вообще смогут ли. Ох, вот заходишь вот в эту игру. Негатив, негатив один, ребят. Ох, негатив. Ну, блять, и чё? Ну я выйти не могу. Что там бочком там говорили? Что-то выходи, типа прыгай, блядь, бочком что-то, пока, блядь, прыгнешь. Да, тебя уже трахнул. А это бот, кстати. Да. Вот там петушков надо подстреливать бы. Так, бочком. Блять. Да. Киберспортивная игра. Киберспортивный сегмент пошел. Где тут петушок бегает? Я ж слышал. Я же видел его. Или его трахнули? Ага. Еще? А то так и будет сидеть наших отстреливать. Ебаные крысы. Еще? Че здесь сидели? Зачистка, ребят, долгая, да? Ну, что поделать? Так, так, так. Так, так, так. А здесь кто-то есть? Чисто здесь? Ебать, там бонзай побежал. О, побежал он, побежал, чувак наш. Но не добежал. Так, наша сила на позиции, наконец-таки. Дошли. Наши силы на позиции. Туда и. Ах ты, блядь. Даже перевязаться нечем. Захватываю позицию! Захват, одень КБшники-то их. Не могут с нашим перестреляться. Блин, почему до сих пор медиков не ведут в игру? Атакуем следующую позицию. Ну, как бы только в Сталинграде и все. Ну и в Тихом океане. А сюда-то что не водят? Опа. Промазал, чувачок, не туда кинул. Красава. Возможно, я ему двигло, кстати говоря, повредил. Если стрелять самолет, у которого лопасти спереди, можно стрелять, можно либо пилота убить, либо двигло повредить. Где ящик? Марк. Ага. О, нормально. Дайте мне сбитие. Хорош. Пацан в шоке. Так.
Что, еще что ли на заход? Ни хрена себе летчики. У меня даже гранатки нет, у меня даже аптечки нет, у меня ничего нет. А, нет. Думал, умер. Ну, пока тут. Давай ныряй, что ли, я не знаю. В воде, конечно, переходы очень долгие. Это на ускорение, ребят. А, тут ускорение не работает. А, не, работает. Ну, интересно, почему-то выносливость не тратится. То есть я shift зажимаю, иду быстрее, но выносливость не тратится. Так, надо зачищать. Ну, я мастер зачистки, вы же знаете. Я же профессионал. Профессионал. ППШ, говорят, имба. Имба, ребят, да. Че, упал? Наши силы занимают точку. Лежим. Хорошо. На те координаты пехоты. Так, я один захватываю, так что надо не рисковать, ребят, не рискую. А, нет, нас уже двое захватывает. Все равно рисковать не надо. Лежим под этой. Не рискуем, захватываем. Очень долгий захват. Это что? Че, дурак, что ли? Бери свою струю. А, дурачок бегает там. Ты что творишь-то? Так, давай возьмем Петри, свой легендарный. И прям туда в щельку, откуда они лезли. Мы сейчас туда накидаем. Постараемся. Что, штурвал так не сделали? Да, нет, не сделали. Штурвал мы так и держим нужными местами, правильными. Есть, минус 8. Хорошо. Можно еще слетать. То есть нас сейчас не собьют. Так, можно, да, еще разочек. Там кто там стреляет? Наш? Теперь ничего не вижу. Там это, да. Там понятно. Все, я понял, понял. Установку понял. В принципе, у нас все эти есть. Что у них там, эти вышли? Нет. А чё этот А123 АГ1? Чё он там бегал с этим? А чё, он вышел из игры, что ли? А, он вышел, наверное, что ли? Со МКБ он же бегал. У него же там МКБшка была. Аккуратненько разворачиваемся. Больно до хрена реалистичное управление самолетом. Ну, парни уже захватили. Видите, как хорошо. Мы заняли уже половину точек. Так держать. Андрюха. Сидит что-то неразговорчивый. Так, что у нас там? Где наши и где ваши? Я все скинул? Надеюсь, что все. Ох, как я там накрыл здраво, ребят. Пойдем, не, пойдем с пулеметиком. Да, с ППД. А то что, они там с МКБ играют? ФГ-42 со всякими. С Кирали играют. Я не имею права поиграть с ППШ, правильно? Пойдем нагнем их. Поставим их в ту позу, в которой они должны стоять. Ну вот, приблизительно вот в такой же. Приблизительно в такой же. Сейчас поставим. Неплохо я зашел. Раз сразу до хрена народу посносил. Наша команда начала захват.
Артиллерия, огонь по квадрату! Принято! Артиллерия! Туда, на дом как раз кидаем. Потому что они все оттуда сверху пойдут. Залазим под этот. Тут уже кто-то лежит, отдыхает. Ебать, пацана накрыл. А, кстати говоря, моего против... Это моего накрыло. Дурачок местный бегает, под ноги не смотрит. Ох, как накрыло хорошо. Минус 3. О, видишь, не зря туда прокинул. Там же знал, откуда враги пойдут. Ну, кто-то поднасрал. Ни хрена себе насрал, он на 250 килограмм моего снес. Наши захватывают точку. Перезарядка, подожди. Ты возьмешь? Что за херня была? Я, короче, взял взрывчатку в руки, но он почему-то ее не брал. Что-то он то ли ее взял, то ли не взял, он что-то... Не знаю. Я хотел, ну, взять, кинуть. А он не брал, не кидал. Может, он против насилия был? Он говорит, я против насилия. Мне кажется, или кто-то там снайперит с той стороны. Чё, там снайперов нигде нет? Не понял. А где все снайпера-то? Наши силы на позиции. Чё там происходит? Так, это я отомстил этому Юми, он меня сбил же. Я что-то все промазал. Так, мужики, идите захватывать точку. Так, тиктокер молодой опять. Тут много тиктокеров молодых. А сейчас это модно. Быть тиктокером, хотя у нас сейчас недоступно пока. Но было модно быть тиктокером, типа. Ты тиктокер, типа, вау. Ебать, он насрал. Надеюсь, не заденет. Не, не задел. Холостыми стрелял. Холостыми. Не стреляй. Врачок, что ли? Тут люди вообще-то бегают. Вдруг по кому попадешь. А еще вышел реально этот чувак, да, а, 123 АГ вышел у них нахрен, он сделал что ли, вылетел. Почему патрон стачивается? То есть ты стреляешь иногда, и патрон прям стачивается. Я тебе что говорил? Я тебе что, блядь, говорил? Я тебе говорил, не стреляй. А, так, все, в принципе, последняя точка у нас осталась. Пацаны очень грамотно, кстати говоря, расставляют респауны. Видите, уже тут респаун поставили, то есть уже наперед знают. Уже все знают наперед. Отряд, огонь по всем целям. Так, где враг? Показывайте. Мне просили передать ему сладенькое. Ага. Ага. Ну ладно. Не передали. Хорошо. Хуя себе. Давай ящик поставим, просит с боеприпасом. Мужчины, блядь, отстаньте. А где наши-то все? А где все наши-то? Я чуть не понял. Я думал, тут уже наших толпа. Я ящички начал ставить. Типа ящички там им респауна ставить. Там все, там кофе, чай. А их там нет никого, оказывается. Я для кого там ящики расставлял? Помощь патронами, о. Ну все-таки кому-то помог, ладно. Пошел в жопу.
занимают точку. Не знаю, там кому чего, разбирайтесь. Тихо, 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 тихо. ХП на донышке. Прям вот, ребят, реально на донышке. Че, давай захватываем, пацаны. Я на печку. Все. Я захватываю, я на печке. Тихо, 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 тихо. А, враг-то идет оттуда. Я и не в ту дырку смотрю, ребят. Враг-то идет отсюда. Че здесь? Ага. Ладно, не будем мешать. Куча пацанов отрабатывают, пускай отрабатывают. Мы сами просто насладимся видом из окна на... Наверное, это закат. Ну да. Да-да-да, это закат, там был восход, тут закат. Мы просто понаблюдаем на закат на песчаном карьере. Красота. Вот такие вот красоты. Да. Ну такая битва получилась. Скучно, неинтересно, но старший лейтенант. Старший лейтенант, мальчик молодой. Да. У них аж там что-то 15 человек изначально подключилось, а потом дисконнектнулось. Пятеро. То ли их дисконнектнуло, то ли они вышли сами, непонятно. Вот. Ну вот такие, ребят, пироги. Недельные задачи. Ух ты. Замечательно. Бесплатно, бесплатно. Ну, посмотрим, что там за бесплатно. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Сейчас еще заберем бесплатные награды, которые нахрен не нужны. Вот, ладно. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Что-нибудь поснимаем, побегаем, не знаю, когда-нибудь. Всем до встречи, всем пока.